Я задаю себе вопросом, дорогие друзья, если кто-то более эффективный менеджер, управленец, чем Андрей Филонов, то почему реконструкция набережной не идет полным ходом и не заканчивается к сезону 2020 года? По идее, здесь должны уже сейчас краситься, устанавливаться фонари, ставятся цветочные клумбы, лавочки, элементы благоустройства, ставятся какие-то торговые точки, но этого мы ничего не наблюдаем. Мы видим здесь мертвую совершенно зону. То, что начато фундаментально, хорошо, но оно остановлено, и сегодня эти миллиардные вложения опять ждут, очевидно, новых подрядчиков. Нет хуже, чем начинать одно и то же дело в строительстве нескольким строительным бригадам. Приходят другие, говорят, это сделано плохо или не так, и это будет дороже не на 30 миллионов, это будет стоить дороже на сотни миллионов рублей. Вот, я уверен, что Андрей Филонов с его энергией и договоренностями держал бы этот объект в приоритете, и обязательно он был бы закончен, этот объект, реконструкция набережной, в установленные проектом сроки. Но сегодня мы видим пустоту, безнадегу, и мне кажется, что люди в сезоне 2020 года, приехавшие в Евпаторию, будут очень опечалены отсутствием набережной, главной, вечерней, прогулочной зоны у моря. И вряд ли кто-то захочет в ближайшие годы еще приезжать в Евпаторию. Лучше выбрать Ялту, Алушту, Феодосию Судак, где есть нормальные набережные, где можно вечером пройтись и отдохнуть вот по такой бомотной улице. Вот. Поэтому это очень большая стратегическая ошибка тех, кто посадил Андрея Филонова по вымышленным всяким вот этим заказным, как я считаю, постановлениям, претензиям и обвинениям. Город потерял многократно больше, чем нужно было разобраться в той ситуации, в которой обвиняют сегодня Андрея Владимировича Филонова.